Так, слушай, обязательно мне вот это сейчас под дождем делать? Обязательно, потому что это работает только под дождем. Берешь, со всей силы натягиваешь и фигачишь вот в эту... О, ты смотри, как близко молния шандарахнула, там даже кого-то убило. Точно кидать? Прям всё кидаю? Точно. Если ты попадешь вот в эту коровку красную, мало того, то, что она в что-то другое превратится, на самом деле, я как бы не знаю, но мне подписчики писали в комментах, что, чтобы мы с Катей это попробовали. Хорошо, за попадание, за одно попадание дам тебе один алмаз. Ого, подвинься. Давай. Давай, только аккуратно, аккуратно. Давай, 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 бросай, Кать! Е-ху! Так. Так, ну из нее получилось мясо, шкура и поводок. И чё? Они... Да хватит греметь там! Подписчики писали то, что если попасть молнией в корову, то она с красной станет коричневой, и на ней начнут расти другие грибы. А ты чё-то, Катя, слишком как-то в неё шандарахнула. Ты алмаз не получишь. Я с первого раза попала! Ты-то молодец, но только почему грибную корову убила? Нам сейчас опять 10 тысяч километров вот это туда плыть, чтобы еще одну корову домой притащить. Да я не виновата, гонял мас, в смысле, я кинула, я попала, а то, что ничего не получилось, я вот тут уже ни при чем, извините. Проблема, забирая вот эту кожу свою и поводок, и проблема в том, что мы как бы читаем комментарии подписчиков под каждой серией. Читаем, хотели, не читаем, я не да помню. Читаем, читаем. Читаем, вот комментарии под каждой серией, вот там писали то, что если мы попадем в молнии, значит превратится в что-то другое. Превратилась в жареный шашлык под дождем. Это максимум. И шкурка. И шкурка. Заходи внутрь, давай. Так, ну-ка быстро гони алмаз, иначе я тебя не выпущу из дома. Алмаз гони. Чё тебе надо, лысая башка? Никакой алмаз я тебе не дам, ты не заслужила. Отстань от меня. Я попала с первого раза, с такой дальности, а ты меня даже не похвалил. Всё, хорошо, 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 у меня в любом случае 53 алмаза. Держи. Откуда у тебя 53 алмаза? А потому что надо на стримы ходить, которые у меня во вторник, четверг и субботу в 7 вечера. Прикинь, я на прошлом стриме за 5 минут нашел там 40 с чем-то алмазов. Прикинь? Подожди, твоя девушка ходит без ботинок, а ты даже ей не хочешь подарить несколько алмазиков, чтобы сделать ботинки? Извините, мадмуазель, держите, а чё вы про... А вы про себя просто говорите, как бы, я-то не заметил даже, я думал, это такая мода нынче в Майнкрафте. Босиком ходить, да? Да! Все, давай, выходи на улицу и полетели, давай. А ты-то не заметила то, что... Трезубец-то начал светиться у тебя в руках. Раньше он не светился, когда он был зачаренный. А что произошло с ним? Пошли, Кать, нас ждет долгое путешествие. Это собака-молния! Я ж сказал то, что она попала в лодку и убила наших двух черепах! Молния попала в лодку и убила двух черепах! Серьезно? Ну вот, валяется вот эта морская вода, морская трава и вот это все и лодка. Ну подожди, но это вот случилось в силу непреодолимых вот погодных условий. Ну мы тут ни при чем. Ладно, все, давай, надевай свои крылья и полетели, Кать, нам надо далеко лететь, давай. Что ж, ну тогда полетели снега метели, у-ху! Ёбарас, это я с первого раза полетела! Вот я так же сейчас удивился, то что ты с первого раза просто подпрыгнула и полетела. Нифига себе, Катя дает просто. Екатерина! Где там? За мной в другую сторону, на северо-западный восток. Вперед! И самое главное, смотри по сторонам. Вот когда заметишь то самое, зачем мы сюда прилетели, сразу же кричи, хорошо? Хорошо, а что я должна заметить? Ну ты сама поймешь, что ты должна заметить. Папа! Так, кондуктор автобуса, остановитесь, пожалуйста! Это... Чёлки! Это наша остановочка! Кать, стоямба! Остановочка, сердечко! Так, я вижу одну... одну пчёл... Здравствуйте! Мы вас первый раз в Майнкрафте видим! Она прям, она меня в лоб вот это поцеловала! А чё они больше овец, эти пчелы? Ну, это Майнкрафт, что ты хочешь? Посмотри на меня, пчелка, посмотри на меня. А ты ее погладь левой кнопкой. Ага. Пчелы не кусаются, это же Майнкрафт, тут все мирное. Я тебе зуб даю, пчелы не кусаются. Я ее убью тогда. А что если я ее убью, что из нее выпадет? Ты ее не убьешь, у нее много сердечек. О!
Ой-ой-ой, у нее красные глаза стали, она меня сейчас будет кусать. Ну-ка иди нафиг отсюда. Она меня укусила! Это меня не надо, меня не надо, я не с этой дуримондой, меня не надо, вот ее кусайте, ага. Они все на меня! В смысле? Вы что, офигели, собаки? Не бей пчел! Они редкие существа, Кать! Мы пришли, чтобы их увидеть, а не убивать, Кать! А что они все ополчились-то на меня? А что ты дуримонда пчел бьешь? Я одну всего лишь ударила, они все на меня полетели. Конечно, это стая, улей огромный, не надо их бить, пошли. Нам надо, вот как я понимаю, вот смотри, что она сейчас делает. Подойди вот сюда ближе. Только не спугни ее, пожалуйста, ближе подойди. Угу. Смотри, что она делает. Она опыляется, как я понимаю. Да, она собирает это пыльцу с цветов. Пыльцу. И вот смотри, по идее, она сейчас обожратунькается, станет вот пухляшкой летающей, залетит обратно. Вот, видишь, она обожралась. Да, видела. Обожралась, у нее вот это, слюньки потекли на всем теле. А там вот. мед. Там мед. Но мед там появится только тогда, когда вот эти загорятся вот эти желтые вот эти ячейки, видишь? Да. Ты кого убила? Овцу, у меня еда закончилась, просто у меня сразу жареная получается еда, я есть хочу. Все понятно, все понятно. Екатерина Крафт, у меня есть задание и для вас, и для меня. Ты смотри, что должна сейчас делать. А, там еще один улей, смотри там дальше. И? Нам что, одного мало? Да, смотри, что мы делаем. Ты, Екатерина, прямо сейчас идешь куда-то в лес, и вот те все цветы, которые ты найдешь, ломаешь и переносишь их сюда под улей, чтобы пчелам не летать далеко, чтобы они сразу здесь опылялись и сразу пиндюлили вот туда, вот в эту, свой улей, и мы собирали мед. Понимаешь? Я все поняла, я ушла. Уходи. А я... Игоря убей. А я сейчас сделаю колбочки. Колбочки нужны для того, чтобы собирать мед. Хоть как бы я и сказал то, что я... У тебя там все нормально? Ты знаешь, нет. Вот если честно говоря, вот, объяснять, ага. То нет. Ну слушай, бывает и такое. Ну давай, я тебя тут жду. Добываем немножечко камушка на печечку. Она нам тоже сейчас пригодится. Вот так. А можно вопрос? Давай, задавай. На. Ты меня специально отправил искать цветы ночью, где здесь Игорь, Криперы и так далее. Слушай, Катя, как бы тоже тут ночью вот гуляю и добываю нужные ресурсы. Ты чё умничаешь? Все, ладно, сейчас добываю цветы и прихожу. Надо Да чем больше, тем лучше. Чем больше цветов, это значит, тем больше пчелы будут опыляться. Ты там поаккуратнее хотя бы сейчас. Да, у меня опять тут эта стычка с крипером была. Я слышу. Со скелетом тоже. Иди сюда. Печечку сюда, ставим песочечек и ставим дубовые досочки. Здравствуйте! Нет! Слушай, Катя-пупик, ну когда у тебя будет хотя бы 15-20 цветочков, мне кажется, это нормально, можешь сюда возвращаться. Ты понимаешь, что я что делаю, так это только убиваю всяких монстров. У меня 5 цветов всего лишь. Ёшки-матрёшки, а у меня здесь зомби-апокалипсис, походу. Пацаны, это наш улей, уйдите! На! Так а мы не можем днем это делать, а? Ой, ты посмотрите на нее. Ты обожралась, да? Да, мамкиных пельмешей накинула, наверное. Ты ж еле как летишь, ты сейчас на землю уже упадешь. Давай, я тебя подтолкну, если хочешь, башкой. Давай, полетела. Вот там твой дом, давай, вот направо. Набухалась катабаза, да? Сейчас дом не можешь найти. Поменьше пыльцы надо просто точить. Вот тут направо. Вот там! Да не у меня на голове. Сейчас налево развернись. Ты смотри, она вообще потеряна, просто кукушка после 2 литров пыльцы вообще. Она даже не знает, где ее дом. Слушай, да блин, меня сейчас убьют нафиг. Я тебя сейчас возьму на поводок. Ой, я реально могу ее на поводок взять. Иди. Я не понимаю, что происходит. Подожди. Я взял пчелу на поводок. Вот твой дом. Вот, залетай внутрь. Давай, внутрь залети. Наверх. Мне кажется, надо улей немножко... Ты чё, собака, в эту пчелу попала? А ты какой меткий. Жена ждет. Дети скучают. Все тебя потеряли. Заходи внутрь. Вот, пыльцу домой принесла, наработала. Наверх подлети. Вот. Слушай, пока эту бухую пчелу домой не приведёшь, она его сама не найдет. Кать, ты там долго? А ничего, что меня убил зомби? А, ну лети тогда, я тебя жду. Так. Куда ставим? Вот сюда расставляю, вот возле улья, как можно больше. И возле того улья тоже можно. Вот туда, дальше чуть-чуть. Так, а убери траву. Теперь такое. Ну, ты не в ряд ставь, не в ряд, а вот по всей площади ставь. Блин, не угодишь тебе никак, на.
Все, хватит. А сейчас возле другого улья. Пошли вот сюда. Сейчас мы здесь расчистим немножко территорию. А то, Кать, короче, я выяснил, когда они бухие, им сложно на, вот, взлетать на пару метров. Поэтому надо сразу возле улья это все сажать. Вот сюда. Вот сюда сажай. Ага. Ты мелкие сажай, небольшие. Зачем ты большие притащила? Мелкие надо, Кать. Ну так такие только были, а вот желтенькие тут есть сейчас. Ну давай собирай вот желтенький, я вот синенький соберу. Будем кормить вот в этой серии пчелочек. Вот так. Я добуду вот эти красненькие розочки. Прям сейчас мы с тобой сделаем пару детишек. Ты опять обожралась в той стороне дом. Туда! Полетела! Походу тут все пчелы обожрались, и их нет, они все спят. Ты смотри, она просто пузико свое на землю приплюснула и даже взлетать не хочет. А-а-а, она не хочет взлетать, потому что у меня в руке цветок! Я ща буду пчелиным предводителем! А ну давай за мной, бухая! И ты тоже! И ты тоже сюда! Все сюда! Я мать пчел! Ну в смысле, батя пчел! Так, я выбираю тебя. Вот тебя. И выбираю тебя. Все, давайте. Детей наружу. А, господи, да. Ты что там делаешь? Ты смотри, какая мелкая. Мелкая такая. Ну хотя как мелкая. Так вот это нормально. Вот это нормальная пчела. А это переростки какие-то. Да. Ну ладно. Как бы не мы их создавали в Майнкрафте. Поэтому чё нам? Мед появился, Кать! Да, жри. Мед появился, смотри. Так давай скорее сюда есть. Забираем стеклышко и со стеклышка делаем пузыречек. Со стеклышком. Со стеклышком. Со стеклышко. Не обращай внимания, все нормально. Она смеется, потому что я сказал слово стеклышко. Со стеклышко ты сказал. Хорошо, подойди сюда. Походу не только пчелы обухались. Так, смотри. Бутылку давай. Какую будто, смотри. Ну ладно, давай ты первая. Давай. Собирай. Так. Ага. Все, собрала. Молодец. Только одна бутылка получилась. Не знаю, попробую еще. Реально, только одна бутылка. Зато я этот улей могу себе домой притащить. Подожди. Ой! Они злые. Я читал! Я не той киркой сломал улей, надо было ломать на шелковое касание. Я дурак, извините, пацаны. Я вообще не то учудил, как текаем с городу. Я вижу, как за тобой пчелы бегут. Я смотрел видосики в интернете, сказали, если сломать вот это улей шелковым касанием, тогда он тебе выпадет. А я случайно, дурак, вообще не тем сломал. Тогда ладно, ломаем вот это. Ага. Полосатый груз. Блин, а я тоже хочу улей. Ну, в смысле, чтобы тоже у меня был улей. Так, я поэтому и тащу его домой, чтобы у нас дома был улей. Пацан, да извините, и мы дома разводили вот этих пчел. Потопали домой обратно. Подождите, а я вообще при чем здесь? А, они не на меня, они на тебя бегут опять. Да почему у меня пчелы бегут? Они летают, Катя! Они меня вообще не бьют почему-то. Они меня гладят, походу. А, да потому что вы обожрались все. Ну, понятно, я, короче, это... 1.15, нововведение. Бухие пчелы, Майнкрафт. Походу им мед что-то подмешали. Я уже мечтаю проголодаться и попробовать медик. Ты знаешь вообще, сколько он восстанавливает? Нет, мне кажется, мало. 6 единиц здоровья. Серьезно? Нифига себе мало. Мы с тобой, Катя, в ближайшей серии пчеловодами станем. Вот не зря мы обновили наш мир, и не зря мы обновили версию Майнкрафта до 1.15. Так, погоди, я... Проверю. Я сейчас специально дождусь, чтобы у меня было 6 единичек потрачено, и выпью эту бутылку меда, и мы проверим, правда или нет. Я что, тебе врать буду в этой жизни или что? Извините, попугайчики, мы это заберем у вас, потом я тебе сделаю что-то новое. Это поставлю вот сюда, и уличек, а точнее пчелиное гнездо, извиняюсь, поставлю вот сюда. Кать, у нас есть свое пчелиное гнездо! Так, давай целую ферму, ой! Мы сделаем свою ферму. Так, подожди, а если я возьму, как собрать соты? Именно не вот этот, не мед, а соты. Ребят, если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментах. Нам надо цветы сюда прям. Кстати, цветы. Нам же реально цветы нужны. Да чё вы меня атакуете? Да я просто мед собрал, собаки. Ну, в смысле, пчелы. Раньше вы служили
для того, чтобы красить ошейник Чебураку, но вроде Катя успокоилась в последнее время, больше она его не красит. Поэтому я вот эти синенькие цветочки поставлю вам один вот сюда и один вот сюда. А куда они улетели, слушай? Они за мной полетели, дуремонты, да я тут ни при чем, кушайте вот это свое. А, нет, с больших они тоже собирают. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, смотри, лиса успокоилась наконец-то в этой жизни, она просто сидит и грустит. Она не дергается, как ненормально, она просто сидит. Она познала всю сущность бытия. Лиза! Лиза! С тобой там все нормально, если чё, пошевели ухом. С ней там все нормально. Мы ее оградили от социума. Конечно, она истеричка такая. Ты видела, что она делала у нас на корабле? Да она там Милка, вот эта Милка даже стесняться начала вот этой Лизы. Она вообще прям со всеми общается, со всеми бегает, прыгает, дружит. А Милка-то у нас вообще как бы послушная Ну ты видишь, как она спокойная стала, она не дергается как психопатка, реально. Да. Слушай, может тебя тоже закрыть четыре стены, и ты тоже дергаться не будешь? А если так? Это шутка. Знаешь, что такое шутка? Загугли. Давай, проверяем. Мед, как работает. Ударь меня, чтобы у меня... Давай, да, ща. Только скажи, когда остановиться. Да, сейчас, стоп, 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 стоп. Еще разочек. Так, ну что, за наше новое пчелиное дело, так сказать, пчелиный бизнес, выпьем? Как говорится, за нас, за вас и за Северный Кавказ. Мы сейчас выпьем наш отменный мед, чтобы знать, продавать в будущем его другим покупателям или нет. Или все же это какая-то отрава. Давай-ка, чокаемся. Ну и заодно проверим, восстанавливает ли он реально там 6 единиц здоровья или нет. Давай, всё, ты давай, первый. Раз, давай. Два. Раз, три. Ну и чё? Только три вас... Ой, четыре с так, стоп, три? Ну так шесть. В одной вот этой голени курочки это два считается. Значит, восстанавливает шесть. А, я думаю, нужно, чтобы целое. Короче, да, у меня осталось еще две. Ну слушай, ну неплохо на самом деле. Ну то есть мы реально можем просто потом сделать еще несколько таких улей, где-то их найти в мире и пересобачить вот сюда, чтобы они здесь были. Сделаем здесь пчелиную ферму. Только проблема в том, что я до сих пор не знаю, как добывать соты. Если кто-то знает, напиши в комментах, пожалуйста. Мы же читаем все комменты, Кать. Да, напиши, пожалуйста, ты уже задолбал меня. Как добыть соты? Как добыть соты? Как добыть соты? Я-то откуда знаю? Да, вот и я не знаю. Маргарита, Элеонора и Ефанасия. Слушай, нормально Маргарита ли у нас уже есть. А, Маргарита у нас уже есть. Тогда... Клавдия. Клавдия, как тебе такое? Прикольно. Ладно, ну потом, подожди, Клавдия, Ефанасия и Элеонора. Ну, вот примерно как-то так на наших вот этих пчел будут звать, но это мы решим чуть позже. Ой, Клавдия, ты такая миленькая, ты самая красивая, дай я тебя поглажу. Ой! Ой-ой! А-а-а! Да нет, я же... А-а-а! Да я же хотела просто с вами подружиться, даже вы... Чё? Успокой... Ну-ка, я ваша мать осиная. Угу. Изжален до смерти, до свидания, хорошо, спасибо.